Здравствуйте, это программа «Личный тренер». И сегодня нашим наставником будет игрок национальной сборной Казахстана Татьяна Фендрикова. Татьяна Фендрикова родилась 23 февраля 1990 года в городе Талгар Алматинской области. Волейболом начала заниматься в возрасте 12 лет. С 2005 года училась в военно-спортивном колледже, спорткомитета Министерства обороны и выступала за клуб ЦСКА. В 2008 году перешла в волейбольный клуб «Алматы». С 2017 выступает в составе волейбольного клуба «Алтай». С 2011 года защищает цвета национальной сборной Казахстана на позиции либеро. Участница двух чемпионатов мира, двукратная чемпионка Казахстана, неоднократно завоевывала приз лучшему либеро в чемпионатах страны, мастер спорта международного класса. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня вы будете моим личным тренером. С чего начнем? Здравствуйте, Анжелика. Каждая тренировка начинается с разминки. И сегодня нам нужно хорошенько размяться, так как тренировочный процесс будет проходить в тренажерном зале. Начнем нашу разминку с верхней части тела. Руки на пояс. Круговые вращения головы вправо и влево. На счет три. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь в другую. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Теперь начнем круговые вращения рук вперед и назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь начнем круговые вращения спины. Вправо. Нужно сделать как можно больше амплитуду, чтобы наша спина хорошо была размята. Давай, вправо. Раз. Хорошенечко, еще побольше наклон. Два. Еще. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три, четыре, пять и шесть. Закончили. Теперь наклоны. Наклоны к левой ноге, затем к правой ноге. Ножки на ширине плеч. Все, и пошли. Раз, два, три. Носочек касаемся к другой ноге. Раз, два, три. Левая. Раз, два, три. Правая. Раз, два. Тянись пальчиками к носочку. Чуть пошире ножки поставь. Чуть пошире. Раз, два, три. Другой ножки. Раз, два, три, выпрямись. Теперь еще раз. Раз, два, три. И раз, два, три. Здорово. Теперь мы сделаем выпад вперед. Делаем выпад. Ножка 90 градусов у нас. И подтягиваем. Раз, выпад. Два, три. Надо чуть-чуть еще амплитуду. Вот так. И покачиваемся. Так. Вот так. Здорово. Поменяли другую ножку и также хорошенько тянем ножки. Также только в сторону будем делать. Одно. Так загибаем, садишься на ножку и вытягиваешь. Чуть-чуть можешь даже еще сесть. Ну, нет, смотри на меня. Я делаю выпад, села и вытягиваю вот так вот. Покачиваемся и на другую ножку. Вот так у нас ножки разъезжаются. Чуть-чуть на другую.
отлично. Какое следующее упражнение? Сейчас мы будем зашагивать на степ. Значит, правой ножкой мы наступаем, левую выносим вперед. 90 градусов у нас. И также назад. И то же самое левой ножкой. Раз. Правая. Два. Так, у нас ножка. Еще раз. Давай. Зашагиваем. Оп, ножку выносим. 90 градусов ножка у нас должна быть. И назад. Следующая, другая ножка. 90 градусов. Здорово. И назад. Давай еще раз попробуем вместе с правой ножки. Оп, назад. Другая, левая. Оп, назад. Правая. Левая. Поближе можно. Угу. Правая ножка. И последний раз левая. Оп, и закончили. Молодец. А сейчас, Анжелика, мы перейдем с тобой на статику. Будем делать планочку. Для этого нам нужно лечь на коврик, ножки ровно, ручки вытягиваем, да, ножки выпрямляем. У нас теперь так, попу чуть-чуть ниже, вот, правильно. Здесь ручки чуть-чуть вот так назад. И держим планочку. Здорово. Отлично. Для более лучшего эффекта можно поднимать также правую ножку, затем левую ножку. Отлично. Угу. Отлично. Закончили. Также мы можем сделать и боковую. Ложимся на бок. Также поднимаемся. Так, держи, держи, держи равновесие. Здорово. И также удерживаем несколько секунд. Держи, держи равновесие. Отлично. И на другую сторону. Давай. Переворачиваемся также. Держи. Вставай, давай, поднимайся. Ножки. Молодец, молодец, молодец. Ручка у тебя здесь должна быть чуть-чуть ровнее. Угу. Здорово. Отлично, закончили. Разминка прошла очень интересно для меня. А теперь мы продолжим тренировку в игровом зале. Да, и сейчас мы с тобой будем учиться принимать сверху. Для того, чтобы правильно выполнить прием сверху, нам нужно определить траекторию полета мяча. Выйти правильно под мяч, чтобы мяч у нас сидел плотно в руках. Ножки у нас немножко согнуты, амортизируют. И когда у нас подлетает мяч, мы его отталкиваем от себя и направляем мяч на связующего. Раз. Ручки у нас, пальчики смотрят на нас. Вот. И ножки. И выталкиваем. Вот так. Да. Именно. Давай. Отлично. Еще раз. Еще выходи под мячик. Выходи, выходи под мячик. Смотри на мяч, на мяч. Вот так. Молодец. Отлично. Пальчики, большие пальчики смотрят на носик. Выходи. Вот так. Браво. Мячик, смотри на мяч, на мяч. Вот так. Молодец. Как еще можно принимать? Еще у нас есть прием снизу. Для этого нам нужно выбрать удобное положение тела, чтобы мы могли шагнуть либо вправо к мячу, также либо в левую сторону. Ножки чуть на ширине плеч.
Пойдем вместе будем пробовать. Ручки у нас согнуты в локтях. Для того, чтобы мяч летит сверху, мы приняли сверху и также снизу. Давай с тобой поимитируем вместе. Ножки с колени согнули. Да. И вот прием снизу. Имитируем. Угу. Теперь также мы определяем траекторию полета и двигаемся в свободном положении. Выбираем место для приема и, естественно, выполняем этот элемент. Вперед у нас. Мы вперед. Мячик отправляем вперед. Да. Отлично. Можно с мячом. Можно, да. Выход под мячик. Еще шаги вместе, чтобы выйти под мяч. Нужно выйти под мяч. Давай. Вот так. Отлично. Еще. Давай. Вот так. Еще. Отлично. Еще под мяч. Да, хорошо. А теперь расскажите про игру в защите. Для того, чтобы нам было удобно играть в защите, нам нужно поставить ножки шире. Шире. Давай, так. Да. И когда мяч летит к нам, мы постоянно двигаемся на ножках. Мы ждем, чтобы сюда мы могли сыграть и также переместиться в правую сторону и достать мяч. Но когда мяч падает очень далеко от нас, мы должны выполнить падение. Соответственно, мяч мы делаем выпад левой ножкой, тянемся к мячу, достаем мяч, делаем, опираемся на колено, на ручку, проскальзываем, делаем перекат, встаем. И у нас вытянутая ручка, которая, мы достаем этой рукой мяч и делаем перекат. Сегодня я показала основные элементы игры либеро. Спасибо за тренировку, было очень интересно. Это была программа «Личный тренер». И сегодня нашим наставником была Татьяна Фендрикова.